Смотри, сколько там людей. В очереди ждут. Их, наверное, просто не пускают еще. Да, наверное. Нет. А сколько время? Здесь уже есть. А? Это, наверное, есть. Нет, там вообще вон толпа. Как на шпильках Европы. А тут правда, тут по 10 рублей такие. Сейчас еще решу. Вёска, Хвостов, Любанский район, Кировник, Софья, Котов. И самые лепшие женщины из нашего Хвостка. Правда, там гости женщины бы не мало, они как бы бабы. Давай, еще.
А, вода и всю кашу рассыпала. Поставила, а потом забрала. Попытка. Еще больше? Вот это правильно. Давайте, помогу. Давай, давай, давай. Потихоньку. Нормально, нормально, Витёк. Давай, давай, идёшь нормально. Идёшь, нормально, уже чуть-чуть осталось. Давай, 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 работай, работай. Молодец. Руки подтягивай, руки вперёд. Руки, руки вперёд. Давай, чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть. Давай, давай. Отдохни немножко, ну. Или дохни, потом еще у тебя нормально вакцин дошел. Ну. Тут просто навык определенный, он отработается. Со второго зайдет. А на второй лучше сними кроссовки, и это будет идеально. А этот год торт голый.
Антона Танказовя, где ты, тры-ты-тыц? Водил я тебе по стопиши и по городиши, привел на Миколу Дамары, дал бог купца Галендора и того отбила. Вось упаду я тебе у боляски, да и на стёбы. Ну-ка, где ты там? А ну иди сюда! А ну и, мабуть, опошнее, пан и мужик. Один человек недалеко от дороги попал в яму. Туда и ехал знакомый этому человеку пан. Дай и говорить на этого человеку. День добрый тебе, Миколаю. Але, паношку, я яму копаю. А чих это фольварок? Это моя саха и подпарок. А чих это двор? Это мой черный вол, а рыжого пан дал. А як его прозвиска-то? Як далеко, так и близко. А ты, ты мне... Да? Значит, какая-то что-то, да?